Черной горы. Они из приключений с Черной горы, по-моему. Ну что, поехали, ребят. Первый тест, 15-й ранг у нас. Да, ребят, Колянов нет. Коляна это, конечно, важные мужики. Без Коляна будет трудно. Тремор, Паладинчик. Почему на Миракл Рога? Ну, зрители так решили. Я вообще хотел к Тундруидам, но все решили за меня. Будь начеку. Чем Ктуна воевать будешь, когда сапы выйдут? Кстати, мне кажется, к Ктуну Рогу пересобраться очень недорого, потому что у нас есть все прислужники, которые необходимы. Нам нужны только эпики, которые съедают существо и качают свой Ктунечка. Вот если нам еще пару бустеров удачно вскрыть, чтобы на эпик хватило, потому что сейчас не хватает, то мы могли бы пересобрать того Рогу, Ктуну Рогу, было бы интересно, по крайней мере. Спринты можешь добавить, чтобы руку перезаряжать. У меня лежат два гаджестанса и еще один спринт, это уже будет перебор. Донат пропустил, да? Вот я гад. Еще не пропустил. Вот там. Здравствуй, Майкл. Спасибо за подписку за 4 месяца. Михаэль. Я, кстати, думаю, что завтра у нас будет не пусть самурая. Завтра, думаю, мы поиграем на основном аккаунте. Послушаем музыку продажную. Я еще немного позолочу героев. Мы, кстати, довольно близки. Там меньше 120 побед суммарно осталось. И надо там будет делики поделать. И на всякий случай легенду взять. Так, чисто для галочки. Дор железа, дает 2 атаки, скрыл на прошлом стриме. Но он тут немножко не в кассу. Так, кто что, на сап, что ли, намекает? Ты, Зин, на грубость нарывайся. Так, это Энзот Паладин, да, наверное? Значит, сап нам нужен в Керна. Но с другой стороны, нам нужна монеточка. От гаджестанчика. Ха! Питак тебе, на! Так, Зергар, уймись. Не люблю спамеров. Авантюриста как замену клифу? Не-не-не-не-не, он только не работает, северянин. Оно-то, к сожалению, не работает. Положи авантюриста как замену клифу. Авантюриста. Тракториста. Авантюриста. Ну и что? Ты думаешь, за неделю выполнить самурая? Да, это максимум, что у меня есть. Максимум неделя. Вариант времени в обрез, нужно топить. Перед Маргов. Но то, что пятый ранг возьмется, нет никаких сомнений, потому что пятый ранг, вот Икарн, это несерьезная заявочка. Но хотелось бы все-таки в легенду успеть, а на легенду у нас очень-очень-очень-очень мало времени. Ну так мало времени. Так, сапы ушли. Это несколько прискорбно. Класса вашего противника. Сейчас мы у него какой-нибудь класс получим. Роль потасовка выйдет завтра. А я уже все нарезал, но я буду выливать, заливать, наверное, когда весь путь самурая будет пройден. Скорее всего, это будет в июне. Нет, Зергар, ты играть КВ не сможешь. Чтобы играть КВ, нужно быть дебилом. Но ты-то не такой, Зергар. Ты-то ведь молодец. Но там пиромант равенства. Там пиромант равенства, пацаны. И все не принесет нам счастья. Да, у ребята пиромант равенства. И сейчас прятаться аукционером смысла никакого. Давай так, если пиромант равенства, мы попробуем отмудохать на следующий ход. Прям на следующее. Если не чистят пиромантом равенства хилиться, у нас останется стол. Вот так попробуем. Изи, спасибо за подписку, Изи. Добро пожаловать. Бля. Как не ожидал. Этого не ожидал никак. Вот это вот я никак не ожидал. Ну хорошо, это Рино Паладин. Значит, там один пиромант и одно равенство. И шанс того, что оно у него есть, не очень высок. Давайте им воспользуемся. То есть мы, значит, не боимся зачистки с его стороны. Сплов нет. Где же наши монетки халявные? Как внезапно-то было, а? Здравствуй, Шишанти. Здравствуй. Спасибо тебе за подписку, Шишанти. Ну, конечно, смотри, на 15-м ранге. КР у него.
Рино Джексон у него, конечно, так любой дурак сможет. И давай по-честному. По-честному давай. Что у тебя Кэрн, что у тебя Рено? Давай честными картами. Энзот Паладин на 15 ранге. Здравствуйте. Расскажи, за сколько ты брал свою компу? Я не помню. Ты был в районе 120, по-моему. По-моему, в районе 120. Слушай, а чем мы в лицо сходили, они в 4-1? Я же хотел 4-1 убивать, что-то отвлекся. Отвлекайте у меня тут, пацаны. О! Кто я такой? Не твое дело! Хорошо, ладно. Мы все, что можем сейчас сделать, это борзеть и не бояться зачистки стола. Единственный шанс победить, иначе мы проиграем точно, гарантированно. Зуф СПБ, спасибо, Зуф, за подписку. Там дислокатор есть. Зуф, ты видал, что со мной тут делают, а? Ну ты видал, что со мной делают, Зуф? Так, у нас все рейты кончились, в лицо больше бить нечем. То есть добивать только рукой. У нас остался один колблат. Ой-о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 й
все идет к поражению. Оба, крутая карта. Крутая. Сейчас затащим. Спокойно, пацаны. Тащил его близко, а может быть даже сегодня. Я мы ему покажем, чьи в лесу шишки. Смотри, пиромант ушел. У меня остался раньше только секрешн запасных в комбинации. Ну, либо хер, чем еще Рина Паладина играет. Бильбидак. Здравствуй, Бильбидак. Спасибо за подписку. Бильбидук. Ты стримишь с помощью карты захвата? Нет, конечно, нет. Карта захвата не имеет никакого смысла, если ты не стримишь со внешнего источника, с какой-нибудь приставки, например. А вот и равенство. Консекрейшн есть? Ну без консекрейшн, друг, ну что за фигня? Ёб твою мать, Рено Паладин. Собрал и пиромант, и равенство, и консекрейшн. Ну что за херня? Рено Паладин, собрал все, что есть. Вот, видал, что у меня есть? Не поможет. Ой. Ой, вей, друзья. Ученики, внимание. Ну ладно, если сейчас не добьет, хильнемся. Если не добьет. Ну ты видал, Рено Паладин. Собрал себе. У него один пиромант, одно раньше, один консекрейшн. Собрал все сразу. Вот что за читер донатера. Сколько хила. Ладно, побеждать. Сапов у нас уже нет. Да его и сапать стрёмно, на самом деле, твоего чувака. Хотя, не будешь сходку мутить в июле? Не знаю, шишек не знаю. Вероятно. Токен он меня убил? Дурак, что ли? Ты шо? Совсем шо ли? Блин, ну вот этого говнюка игнорировать нельзя, иначе он меня сожрет. Что у нас там? Давай, показывай, чем богаты. Я топ-декну сейчас. Знаю, что мы должны топ-декнуть. Угу. Жалко, что они только в полный хп. Так, ну хорошо, мы можем убить Рагнароссия. И, наверное, Рагнароссия нужно убивать. Наверное, надо убивать. Что такое, у кого в колоде осталось 5 карт? Это вызывает некую озабоченность, ребята. И обеспокоенность. Ничего, сейчас мы ему как поставим, кто я такой. Он сразу поймет, что я чувак серьезный, со мной лучше не связываться. И сразу сдастся. Все секреты ему как вытащу сразу. За серебряное копье. Ну что это за несерьезная игра такая? Давай, иди отсюда, еще Сильвану достал. Ничего себе. Привет, Гежмир. 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 Еще и Таурисана на 3 карты. Ну везде побеждает, а. Что ж нам делать с этим Таурисаном, а? Ну даже не знаю. Ну просто ума не приложу. Ну просто ума не приложу. Пшел отсюда, бомж немытый. Препарейшн. Все, сейчас мы запрепарируемся, тут тебе как-то напихаем. Не обрадуешься. Победим. Победим. Что выиграет это говнодек? У меня нормальный дек, просто у меня оппонент какой-то не 15 ранговый. Дек-то у меня нормальный, видишь, у меня оппонент какой-то жестенький попался. Энзот паладин, да еще и с Рено. Вообще, что за бред? Что за 15 ранг такой? Ну, мы сейчас можем выиграть.
Да, музей, иди ты со своим музеем, у меня тут яд припасен. Кстати, у меня же второй яд где-то здесь, да, на топ-деке? Я же не взял яды, да, вообще? По-моему, ядов еще не было. У нас два яда. Рензот паладин. Нет, только не мой токен, пожалуйста. Ну, дроваться нельзя. Нельзя дроваться. По понятным причинам. Давай 3-6-9 получается. 3-6-9-3. Ага, есть другой план. Вот я куда делаю? Вот я куда? Вот я куда? Вот я куда? Вот я куда? Короче, теперь меня пугает, в общем-то, Тирион. Тирион меня несколько напряжет. Если сейчас Тириона не будет, то у нас все, в общем-то, в порядке. Мы тут яд сейчас топ-декнем. Секрет пал дорогой. Не-не-не-не, секрет, они же дешевые. Вот эпик только надо скрафтить. А так все, все дешево. А, он охраняет своего Тириона, чтобы мелочь бабла не сняла, да? Или нет? Да, похоже, стоит Тирион. У меня есть Тирион. Нет, там кода есть. Ну зато не Тирион. Мы сейчас убьем. У-ху-ху! У-ху! Что такое, дружок? Что у тебя бледный вид такой, а? У меня скоро кончатся карты. У тебя скоро легендарки твои кончатся. Да, Надер, пошел вон отсюда. Иди, иди учись играть. Вот так вот тебе.